Вы смотрите канал улицы Москвы. Мы находимся в районе Щукино. Станция метро Воля. И в этом выпуске прогуляемся по улице маршала Вершинина. У нас мы это в честь маршала авиации Константина Андреевича Вершинина. Проходит улица между улицами Расплетина и Народного ополчения, протяженность 450 метров. Мы сейчас пойдем как раз вот в направлении улицы Народного ополчения. Довольно интересный жилой комплекс здесь. Еще одни из первых московских пятиэтажек. Больше даже напоминающих сталинскую архитектуру, нежели хрущевки. Ну и вот также в окрестностях есть даже вот такие дома. Двух-трех этажей. Мы были, я помню, прошлым летом, тоже в окрестностях Октябрьского поля. Улица там маршала Рыбалка, маршала Березова и так далее. И там тоже встречалась подобная архитектура. Ну вот это, как понимаю, не жилой дом. Располагаются организации от общества слепых, центр детской культуры, стоматологии. Но такие есть и жилые дома тоже, похожего плана. Ну и новые жилые комплексы тоже, куда же без них. Присутствуют они в окрестностях Октябрьского поля. Но все-таки северо-западное направление считается довольно престижным. В отличие, например, от того же юго-востока, вот тех же текстильщиках, Кузьминках, такого гораздо меньше. Ну и вот там вот виднеются башенки тоже ближе к станции Зорги МЦК. Так, ну вот. Народного ополчения.